Хип-хоп, лавай, с вами Олег Гудвин, мы проходим мануальную терапию, и сейчас давайте обратим внимание, какие же скрутки делать при сколиозе. До этого скрутки, которые мы все смотрели, они как бы без особых раздумий. Ну, сделали и сделали. Позвонки по-любому куда-то там встанут, да, куда не надо, они не повернутся, не встанут. Будьте в этом уверены, можно работать смелее. При сколиозе, соответственно, часто бывает ротация позвонков, да, они не только повернулись вот сюда вправо, но они еще и ротированы. Значит, надо их повернуть обратно. Логика какая? Если что-то выпирает сюда, то мы толкаем в противоположную сторону, да? Но здесь нам надо с другой стороны растянуть, то есть подготовить вакантное место, пустоту, как бы, куда они уйдут. Если что-то выпирает сюда, то толкаем обратно и по направлению в сторону к голове и растираем. Вот тут я нарисовал схему, она единая как бы для всего. Если даже один позвонок вышел, там голова сверху, да, толкаем в противоположную сторону, это логично, и в сторону головы. А с другой стороны, вот его поперечный отросток, он же выше находится, на два пальца примерно, да, от него и все остальное, что выше, загибаем, либо растягиваем в противоположную сторону. Это как касается и одного позвонка, так и касается сегмента, так и касается целого там участка с сколиозом. Вот, например, нарисовали схему такую, да. Поясничный, правой стороны сколиоз, толкаем сюда, растягиваем здесь, соответственно, да. Грудной отдел левой стороны сколиоз, толкаем туда, растягиваем за ребра и за таз с этой стороны. Для этого нам надо подготовить человека, мы его уже там простучали, да, уже размяли. Вот с этой стороны можем сделать вот такое вот подбитие, которое не обязательно скажет, что мы попали, да? В смысле, что мы прям подставим позвонки на место, да? Хотя могут и встать. Терпимо? Угу. Да, может сидеть. Вот, ну, хотя бы... Хотя бы подровняли их, расшатали уже до этого, да? И вот теперь сами приемы. Значит, для грудного отдела придется тебе лечь на вот этот бок. Вот этот бок. Мы, да, это пальку вверх. Руку из-под себя вперед. Но ляжем на подушечку, такую плотную подушку, я вам рекомендую иметь. Покупайте в наших магазинах Альфа Топ Шоп. Прямо под этот участок мы подставим подушку. Да-да-да. Видите, он уже с этой стороны растянулся. Очень удобно. Ну, потому что ты ровный. Я говорю, очень удобно. Да. Здесь захватили его кулак ногами. Вот так. Ну, если не получается, ну, у кого-то там маленькие руки, или как-то неудобно, да, то вот какую-нибудь палочку дайте в рук. Это опять наш молоточек поможет нам. Вот так держи. И мы, как на тарзанку, садимся и растягиваем его здесь. Вот видите, ногами назад, телом вперед. Руками толкаем вперед, вот прям в таз. Конечно. Чуть кожа там, да? Да не кожа, уже не снесется растянуть. А, ну все, все, все. Растянули. Теперь та же скрутка, да, только вот уже осмысленная. Тут в таз уперлись, соответственно. Здесь в ребра. Уже можно руку не сюда класть, да, а вот уже конкретно сюда. Вот под это место подставили ладошки. Лучше пальцы на пальцы, потому что одним пальцем они слишком слабенькие. Вот так посильнее будет, да. И с поворотом раз, смотри на себя. Это получается у нас Б вариант. То есть А был вариант туда, Б вот так растянули. И В растянули в другую сторону. Таз теперь толкаем туда, ребра на себя. Вот так. Ну, для этого варианта еще лучше, чтобы он руку просунул назад. Можешь назад руку вот так отвести? Ага. Вот так вот. То есть здесь толкаем на себя, а здесь под себя. Здесь какой нюанс серьезный. Так, теперь переходим к вот этому переходу. Ну, чтобы вы понимали, на схеме вот видно. А, это мы за руку потянули, растянули, да? Б, это мы скрутку, как обычно, толкаемся пальцами вверх.
И В это скрутка противоположная, когда рука одна отведена назад. Так, подушку вынимаем. Обе коленки вместе теперь. Просто пока лежи. Вот так вот, да. Ну, то есть прямой угол соблюдаем, да? Может, ко мне что-то поближе подвинуться. Здесь можно, смотрите, как, двигая одним коленом, например, если тяжелое, то в живот, то в живот упираемся, берем и прощупываем позвонки снизу, сверху, КПС смотрим, где подвижность есть, где нет подвижности, где что-то повернуто там может быть, да, где что-то выпирает. Вот, например, вот эта мышца там играет, вот тут КПС. Тут. И заодно мы массаж делаем этой области. Два в одном получается, да? И массируем, и тестируем. Протестировали. Теперь довернули ноги вот так. И вот так раз. Видите, его крестец сразу повернулся вот так. То есть с той стороны мы растянули. Это хорошо видно там на рисунке. Покажи-ка рисуночек. Держим ноги и, соответственно, в позвоночник давим уже гипотенором, вернее, тенором руки. Раз вниз, одновременно это рычаг. Раз подавили. Два подавили. Ну вот, и как бы все. Дальше мы уходим в отработку приемов друг на друге. У нас только практика, чистая практика. Если вы не с нами, а только смотрите видео, то вы много упускаете, потому что некоторые нюансы скрываются непосредственно здесь, в работе. Поэтому рекомендую вам быть обязательно на тренинге и все познать на себе и на других людях, разнокалиберных людях. До новых встреч, друзья!